Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Скул ТВ! Кирилл, ты знаешь, как написать интересную книгу? Да, и не только. Я знаю, как издать ее, а потом снять по ней фильм. Об этом смотри наш репортаж из книжного салона. Есть утверждение, что книга – лучший подарок. Книжный салон вновь распахнул свои двери, приглашая посетителей провести время с удовольствием и, самое главное, с пользой. Культура общества всегда являлась эталоном, и любовь к книгам тому подтверждение. Значимым культурным событием в жизни как города, так и всей республики стал книжный салон. Презентация новых книг, литературные гостиные, а также книжная выставка-ярмарка, которую представляют ведущие издательства и писательские организации из разных городов Сибири. Мы им задавали вопросы, и они давали очень интересные ответы, и я поняла, к чему нужно стремиться. Но, пожалуй, наиболее значимым событием является встреча с Владимиром Грамматиковым, известным актером театра и кино, продюсером, режиссером и, самое главное, заслуженным деятелем культуры Российской Федерации. Ты обращаешься к миллионам зрителей, вот, поэтому прежде чем это делать, нужно сначала четко для себя сформулировать, что же ты хочешь сказать. Владимир Грамматиков – человек, который всю свою жизнь посвятил искусству. Снимал и «Ералаш», и «Улицу Сезам», ведущий в телевизионном проекте «Акуна Матата», креативный директор «Диснея в России», а также постановщик комедии «Усатый нянь». Он и участник многих международных фестивалей. Мне было очень интересно слушать рассказы этих замечательных людей. И как бы они показали всю свою жизнь, ну, как они развивались, и мне бы хотелось брать с них пример. В этот же день состоялся семинар о влиянии СМИ на становление личности ребенка, что действительно очень важно. Ведь сколько ненужной, но самое главное, опасной информации, в особенности для ребенка. Книга – это все-таки не просто лучший подарок, это душа, и в первую очередь люди. Книжный салон прошел прекрасно, пробудил, а кому-то и привил любовь к книгам. И это уже национальное достояние. Высокие, стройные девушки, шикарные наряды. Ах, глаз не оторвать. Это я о моделях. Не все так просто, ведь за этим блеском стоят долгие километры на шпильках и строгие диеты. Ах, думаю, это стоит того. Сейчас мы находимся на репетиции девочек, которые заняли призовые места в международном конкурсе красоты в Черногории. Он проходил в городе Тиват. В этом состязании на подиуме принимали участие и наши девушки модельного агентства Art Podium в разных номинациях. Долгие репетиции дефиле, танцев, песен вывели конкурсанток вперед. Модели показали свои национальные костюмы, дизайнерское мастерство, вечерние наряды и, конечно, творческие номера. И вот юные, талантливые красавицы получают заветные награды. Я заняла второе место, топ-модель. И меня отметили агентство Moscow Dreams. Девочек наших отметили как очень профессиональных, очень творческих, очень уверенных в себе. Царюна Цыдыпова, ей 9 лет, одна из самых маленьких наших моделей. Участвовала она впервые, подготовила я ее за 3 месяца. Очень способная, уверенная девочка. Заняла на 3-е место, стала моделью года. Отметился ее танец кастинг-директором Golf Production. То есть танец отметился как очень профессиональный, и исполнение всем очень понравилось. Каждая маленькая леди хочет, чтобы на нее обратили внимание, восхищались ее красотой и индивидуальностью. От внешнего облика и подачи себя на конкурсе зависят оценки опытных членов жюри. Девочки, обладающие внешней привлекательностью, вызывают у окружающих только прекрасные чувства. Пожелаем девочкам творческих успехов и новых побед. Интересно, почему не видно ребят? Мне корреспондент Семен рассказал, что они в основном занимаются спортом. Наше школьное телевидение продолжает цикл передач, посвященный вольной борьбе в школе для свободослышащих детей. Несомненно, у нас в школах и у всех учеников любимым предметом является физкультура. В школе-интернат есть все для этого, чтобы достичь высоких достижений. Целое лето воспитанники ждали уроков и своих любимых тренеров.
Ведь на каникулы дети разъезжаются домой во все районы Бурятии. Сейчас в школе учатся около 200 учащихся. Увлечение спортом у ребят и девчонок в коррекционной школе всерьез. Это мы увидели на прошедших тренировках в секции вольной борьбы. Мне нравится этот спорт. На какие соревнования ты ездил? Я ездил в Москву. Я там люблю на соревнования рязани. И в Москве. Но бороет факты, но он хорошо тренирует нас, учит технику, чтобы выиграть какого-нибудь мальчика, чтобы бороться. Воспитанники разговаривают при помощи жестов. Некоторые из них не слышат, но команды тренеров они понимают с полуслова. Баир Бароевич тренирует детей в этой школе уже 9 лет. В теку боролся, да? Ну как нормально первое место занял на бурводе. Все хорошо борется, а тренер нравится, что вы хорошо с этим. Вот Андрей и Толя. Они хорошо борются. Общефизическая подготовка развивает скоростные качества, ловкость, силу, вырабатывает координацию движения у детей. Дети рассказывают в основном о своих успехах на первенствах среди неслышащих детей. Также они участвуют в обычных первенствах республики и России. Каждый старается повышать профессиональный уровень и набирает опыт, выступает на проводимых соревнованиях. Они любят вольную борьбу. Любят как мальчики, так и девочки. Социализация и внедрение детей в общество через спорт – еще одна совместная победа. Целеустремленные спортсмены добиваются наибольших успехов, им есть на кого равняться. Принимали участие во всероссийских турнирах, тоже среди обычных детей. Но в основном мы участвуем только в своем направлении. Воспитанники этой школы, интерната глухих слабослышащих, Цактуев Александр, Григорий Кожевников – это олимпийские наши чемпионы, наши звезды, по которым равняются все наши дети. Они на них смотрят, учатся, и каждый из них хочет стать олимпийским чемпионом. Последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. Цель – напоминать сообществу о проблемах, с которыми сталкиваются глухие люди. Ситуация постепенно меняется к лучшему. Изменилось само отношение к жестовому языку. Преодолевание барьеров между слышащими и глухими людьми и жизненная среда становится более дружелюбной для глухих. Красивая игра, как вольная борьба, придает им много сил. Не только в спорте, но и в жизни. Знаешь, вот смотрю на нашу старосту. Все бегает, торопится, куда-то суетится. Ей, наверное, так тяжело. Ничуть, ведь она этим летом прошла тренинги на лидерство. Небеса кружится стая. Птиц такие, как ты и я. Мы такие. С 1 по 7 августа в Тункинской долине состоялся 8-й молодежный фестиваль «Будущее за нами». На открытии фестиваля участников и гостей встречало руководство администрации Тункинского района. Я бы хотел сказать, что молодежь – это наше будущее. Вы наше будущее, вы наше, как сказать, продолжение наших дел, наших мероприятий, наших будущих заделов вы должны дальше вести. И мы это искренне приветствуем. На сегодняшний день фестиваль известен и за пределами республики. Более 200 человек приняло решение посвятить это лето саморазвитию. Мы будем от всей души вкладываться в ваше сознание, изменять вас, для того, чтобы, ребята, вы стали еще лучше. И как было тоже уже выше сказано, чтобы вы в будущем, возглавляя нашу республику, принесли огромную пользу. Каждый день команды проходили тренинги и мастер-классы по направлениям: личностный рост, семейная психология, туризм, бизнес в селе, финансовая грамотность. Фестиваль направлен на обучение молодежи и разработку ими бизнес-проектов. Когда ходишь на тренинги, там объясняют, какие-то с тобой игры проводят.
происходит. В общем, интересно, общаешься, набираешься каких-то знаний, опыта. Во время всего периода проходила культурная программа, концерты звезд бурятской эстрады, конкурсы, мастер-классы, знакомства с известными людьми. Большое значение было уделено пропаганде здорового образа жизни. Веревочные курсы на командообразование помогли ребятам еще крепче сплотиться. В день туризма все имели возможность подняться на воздушном шаре, оглядеть окрестности Ниловой пустыни и восхититься видом Саянских гор. Тункинская земля известна минеральными источниками. Мы небольшой группой уделили несколько часов на посещение курорта Аршан. Богат свежий воздух, вода очень чистая и вкусная, она мягкая. На закрытии фестиваля состоялся праздничный концерт, где ребята имели возможность представить свои лучшие номера. Каждый участник получил свидетельство о прохождении тренингов и благодарственные письма. Большое, что я запомнила, так это как правильно распределить свое время. Потому что у меня всегда не хватает времени, и мне приходится все делать за 5 минут до сдачи всего. Даже те же самые уроки школьные. Позитивная и энергичная молодежь республики стремится вперед, создавая свое будущее и будущее нашей страны. Ах, я обязательно стану лидером и организую свое собственное дело. Чтобы избежать ошибок, смотри наш Ералаш о школьном бизнесе. К сегодняшнему уроку вы должны были подготовить, как настоящие предприниматели, бизнес-планы по поводу улучшения внутришкольного бизнеса. Все готовы? Да! С кого начнем? Можно я? Можно. Сначала я беру кредит. На следующий день делаю в школе комбинат питания. И много вкусных булочек и пирожков раздаю. Почти бесплатно. А кредит как будешь выплачивать? А кредит я буду выплачивать на родительские деньги. Да ну тебя. Молодец. Хорошо. Так, кто еще? Я. Давай. А я возьму кредит и налажу транспортную систему в школе. Ведь правда же? География тут, а на математику вон куда нужно подниматься. А можно ведь и на лифтах, и на эскалаторах. А по коридорам как? А по коридорам! Да ну тебя, дурочка! Тихо! Так, кто еще? А я возьму кредит и внедрю на базе школьной компьютерной сети систему авторизации, доступа, учета и контроля. Молодец! А я возьму кредит, чтобы делать специальную школьную обувь для учителей, школьников и даже за границу! Тихо! Не все сразу! Тихо! Успокоились! Так, кто еще готов? Я! Давай! Вот все вы начали свои бизнес-планы со слов «Возьму кредит в банке». Так вот, я открываю банк. Точно, как я сама не догадалась. Условия у меня такие. Каждый может взять любую сумму под 20% годовых. Как любую? И миллион можно? Хоть миллиард, хоть 100 миллиардов. Но учтите, в конце года эти деньги нужно будет вернуть с процентами. Кто не отдаст, забираю имущество. Ты что, весь бизнес отберешь? Нет, только недостающую часть. Нормальные условия, даже отличные. Я согласен. Ну вот, в начале года я выдам гору денег. Но сколько бы я ни выдавала, 100% денег покрывает 100% школьного бизнеса. А в конце года я потребую вернуть 120%. Гора и еще плюс пятая часть горы. А у вас на руках только гора. А 20%, которые я потребую вернуть, не существуют в природе. Значит, по результатам года я забираю 20% школы. За год кто-то сумеет собрать 120%, а кто-то и 400% денег. Но это значит, что кто-то не наберет и половины суммы долга. Но это не важно. Важно то, что когда вы взяли кредит, вы отдали мне 20% школы. Следующий год еще 20%.
И к 10 классу я буду владеть всей школой. Сегодня вы мечтаете о благополучии, успехе, развитии. А к 10 классу вы станете моими рабами. И я буду решать, кому жить, а кому умереть с голоду. А это Иванова. А точно школа тебе принадлежать будет? Конечно, это же элементарно. О, точно, Иванова. А возьми меня к себе на работу. Вдруг кто тебе долги отдавать не хочет? А я помогу. А? А мне много не надо. Ты мне компьютерный класс отдай, я там игровую зону сделаю. Хорошо, будешь силовым ведомством. А, не-не-не, давай лучше спецназ. Хорошо. Анечка, ну зачем тебе заниматься обувным бизнесом? Ты же хочешь получить, а не потерять. А мне что делать? Видишь ли, мне не очень хочется работать. Поэтому работать за меня будешь ты. Я буду тебе отдавать под 20%, а ты будешь их отдавать под 22% годовых. А можно не под 22% отдавать, а под сколько хочу? Конечно, но не думай, что школа станет твоей. Вот будешь ты отдавать деньги под 33%, школа будет вроде бы твоей. Однако ты взяла у меня деньги под 20%. Которых в природе не существует. И школа все равно будет моей через 5 лет. Понимаешь? Я хозяйка. Марья Павловна, вы не волнуйтесь. Я дам вам большую зарплату. Вы только учите всех, что так должно быть, что по-другому не бывает. Рассказывайте детям, что если много работать, можно стать богатыми. Понимаете? Чем они больше будут работать, тем быстрее буду богатеть я. Тем больше я вам буду платить зарплату. Ясно? Хорошо. Да, хорошо, что в жизни не так. Буду тратить столько денег и сделаю все своими руками, ведь оригинальный штучный товар дорого стоит. Значит, ты начнешь с самого малого. На улице города вовсю царствует осень. Желтеют листья, наступают холода. Так давайте же сохраним кусочек лета. С вами Елена с самым позитивным настроением. Сегодня мы будем красиво оплетать волосы и делать браслеты дружбы. А поможет нам в этом магазин «Узелок». Что же нам понадобится для этого? Нитки мулине разных цветов, шнурок и, конечно же, хорошее настроение. Спасибо, Ирочка. Ну, все необходимое уже у нас, а теперь вперед в студию. Ну вот мы в студии. Со мной моя помощница Маша. И сегодня мы будем делать вот такую росточку для волос. И вот такой браслет, фенечка. Для начала давайте узнаем, что такое фенечка и расточка. Расточка – это тонкая косичка, в которой волосы переплетены цветными нитями. Фенечка – это браслет ручной работы из бисера, шнурков, лент и ниток. Является символом дружбы и передается от одного друга к другому. Все эти украшения пришли нам из субкультуры американских хиппи, которые в свою очередь позаимствовали у индейских племен. Для работы нам понадобятся шнурки, нитки мулине, бусины, иглы, нитки и заколки-невидимки. Делать такую расточку можно двумя способами. То есть за основу берем обычный шнурок и оплетаем его. Либо делаем сразу на волосах. Заплетаем косу и оплетаем ее. Маш, смотри, берем шнурок. Складываем его пополам, затем берем нитку, например, начнем с оранжевой, да? Вставляем петельку, чтобы прикреплять наше изделие к волосам. И начинаем обматывать. Придерживаем кончик большим пальцем, наматываем немножечко на предыдущую, как бы перекрываем.
получается вот такое, смена цветов. Как же делать росточку на волосах? Для начала отделим прядь и заплетаем в обычную косу. Делаем то же самое. Как делать вот такие переходы? Чтобы наша росточка не казалась однообразной, для этого берем желтый, да, допустим, на зеленый и оплетаем. На волосах то же самое. Вот мы доплели нашу росточку. Теперь для украшения наденем такие бусинки. Теперь закрепляем. Так, пока Маша делает нашу росточку, я покажу вам, как делать фенечку. Делается она по такой же технологии, как и росточка. Берем шнурок, сворачиваем вдвое, отмеряем на запястье нужную нам длину и отрезаем. Затем сшиваем наши концы. Нить. Оставляем также петельку, обматываем. Вот такая фенечка. Сейчас мы сделаем вязочки для нашей фенечки, чтобы она держалась на руках. Для этого нам понадобится 3 нитки мулине, сложенных вдвое. Затем мы просто заплетаем косичку. Теперь достаточно ее завязать. Наш браслет готов. Вот что у нас получилось. Мы с вами прощаемся, а для следующей встречи нам понадобится несколько кусочков разной ткани, нитки, ленты и кружево для украшений. Столько информации! А ведь все потому, что корреспонденты школьного телевидения самые лучшие! И мы вас приглашаем стать юнкорами! До новых встреч, дорогие друзья! До свидания! Телевидение проводит кастинг в 26-й школе по набору в студию актерского мастерства, сценаристики и режиссуры, студия «Арс». Сегодня первый кастинг, и надеемся, что он будет плодотворным, но приглашаем также всех тех, кто хочет овладеть этой прекрасной профессией, работать на телевидении, ждать, что мы приедем в следующую школу. Ждите нас!